Добрый день, это Германия Winter Cream, хороший товар, который хит зимнего сезона, танковка Биноти, размер L, платье, кофточка Биноти, размер M, это M, блузка офисного образца, такие фонарики, рукавчики, танковка S, штаны хлопок, большого размера, они мужские, и у них есть маленький, кстати, посмотрите, это Reebok XL, и они, да, вот, кстати, я не увидела даже, видите, они очень похожи на новые, платье Амису XS, 34 размер, на резинке, запаха, платье Марко Поло, 36 размер, ну, такое, в стиле Марко Поло, и такое классное, двухслойное оно. Это платье толстовка с коротким рукавом. Такая, знаете, двухслойная толстовка. Платье туника. Платьишко 42 размера с открытой спиной. Хлопковые штаны. Я думаю, что они тоже мужские, размер М. У них есть начес. И прямая нога. Вот эти брюки, они синтетические, больше на женские похожи, либо на детские. Спорт. Тирамису линия от Ту. Красивые камни. XS. Манго. Размер M. Блузочка новая. Танковка М, в мотиве блузка офисная, стрит ван, 40 размер, джинсы женские на болтах, 29 размер, танковка, тут вот смотрите, классная такая молодежная, вот так на плечи, как это назвать, кофта, вот, она из синтетической ткани, и у нее здесь вот надо вот буквально по шву, то есть прихватить, слегка прихватить, поэтому я ее не стала убирать, она сама по себе, по модели классная, только вот что-то, мне кажется, даже и продать ее, даже с таким дефектом тоже возможно, хорошие штаны женские, 159-164 рост, это S-ка, лыжные штаны, манго кардиган, классный, он хлопковый, у него он длинный, у него разрезы по бокам, вот, есть небольшой нюанс, вот смотрите, тоже не стала убирать, вот, едва-едва, немножко петля, вот она эта петля, ее просто прихватить, она слегка-слегка поехала, но сам по себе кардиган классный, и это манго же, ну что, нормальный. S, Esprit, XS, есть шерсть натуральная, Esprit, XS, S-Oliver, это такая кофта, вот видите, у нее прорези на рукавах, кофта-шарф, походу она новая, Esprit, здесь есть кашемир, это XS или S. Штаны, хлопок, XL, есть начес, XL, есть начес, прямая нога, мужские. Попалась вот летний сарафан, хлопковый, но скоро же лето, поэтому, я думаю, не страшно. У него красивая открытая спина с завязочками и натуральный хлопок. Луиджи, Италия, здесь есть шерсть, туника, слаксы от Манго. 40 размер. Обычные офисные штанишки, слаксы. Это леггинсы, у которых, смотрите, какая красивая нога. Платье. Здесь есть ставыши для грудей, можно. Платьишко. S, блузка.
джинсы. Это Цеунда, линия Джессика, размер 38. Просто танковка хлопковая. Леггинсы с высокой талии, джинсовые, на резинке. 38-й, это женская блузка из хлопка, эсприт. Детские штанишки. 146-й рост на девочку. И блузка Амису, размер S, с такими красивыми рукавами. Продолжаем дальше. Томми Хилфигер, хлопковая рубашка, размер S. Стрит Ван блузка, размер L. Смотрите, какие у нее красивые пуговки с камушками. Это 48-50 хлопок, танковка. Джинсы на замке. Это камушки. И здесь тоже. М, эсприт, L. Сорок второй размер, хлопок. Это для вещичка для беременных. Так, здесь у нас идет 44-й, блузка на замке. Женская. Опять снова эсприт, XS, хлопок. Хилфигер на замке. Высокий рост, 29 размер. Ну, рост, кстати, 32, не сказать, что высокий, просто модель такая обтягивающая, скини. 46 размер, хлопок. Джессика Цеунда, длинная рубашка, такая, как туника. Сейчас в моде такие. Но она просто хлопок, это не фланель. Так, 40 размер, эсприт, женский, хлопок. Жилеточка 2XL, флисовая. Замок в рабочем состоянии, высокая талия, стрейч, 29 размер, 32 рост, женский. Хлопок XL от H&M. Это спортивная кофта, скорее всего, нет, думала Грейн, а это актив M. А здесь трикотажный кардиган, жакет без пуговиц, Джессика. Трикотаж. Алди. Перфорированный джемпер. То есть такой уже микс, знаете, с переходом на лето. На замке стрейч. Размер большой достаточно. Размер, ой, длина тоже 32. Эти деним кроу. Ну, видно, что они эски. Хлопок 38 размер со стразами. Кофта, сеточка большого размера. Хлопковые штаны 2XL с начесом. Я думаю, что это женский вариант. Конечно, они могут быть и мужскими одновременно, но похожи на женские. Гольф хлопковый. Так, но он элька, наверное. Жакет 38 размера, трикотажный, жанин. Ну, часто встречается в Германии. Амису М-ка, хлопок, офисная блузка. Так, L, хлопок, платье вечернее, везде силиконовая полоска, чтобы не скользила поверху, драпировка, 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 достаточно такие широкие бретели, и длина, посмотрите, да, то есть есть у него много, скажем так,
деталей, таких как драпировка, которые будут, ну, удлинять силуэт. Толстовка, элька, но она тонкая, то есть нет начеса. И вот с хлопком по низу. Оверсайз модель. Тоже большой размер, 4XL. Бусы, большая кофта большого размера. Этот джемпер, ну просто песня, потому что, ну это, во-первых, 2XL, мужской, у него цвет красивый. А самое, что в нем интересное, кроме модели, конечно, это то, что это кашемирчик. Вот, идите-ка сейчас его и купите в магазине. А тут вот он, и прям хорошего качества. Жилетка с флисом внутри, мужская. Джинсы Холлистер, но это совсем, написано 25, больше на детские тянут. Маленького размера. Но тоже 27, флисовая кофта на замке, женская, XL. Так, и рубашка М. Сверху такой материал, как немножко с шерстью, а внутри у него хлопок. То есть я бы сказала так, что эта рубашка, она же куртка. И она, видите, и между хлопком и вот этой шерстяной тканью, ну драпом, конечно, это не назовешь, есть еще слой синтепона, то есть эта вещь достаточно тепленькая. Та танковка хлопковая, размер 50. Детские хлопковые штаны H&M, как леггинсы. Садичные шортики. Они, кстати, с хлопком внутри. Детская жилетка на 12 лет. Капюшон отстегивается. L, хлопок. Рубашка 45 по вороту, хлопок. С флисом внутри шапочка. Чибо, XL. Вот, смотрите, какая юбка. То есть это велюр на замке. У нее слои. И зад немножко ниже, чем перед. Классная молодежная юбка. Трикотажная юбка, четверка, детская, офисная, 45 по вороту, хлопок, H&M, 34 размер, здесь гант, 38 размер. Ну, это H&M 38 размер. Имитирует кожзам. И 34 размер H&M блузка. Здесь XL блузка с гипюром и с открытыми плечами. Носки. H&M детский. Лупилу. Эсприт. Здесь бананчики. Гольф из хлопка. Сесил М, кофточка, детские тоже похожи на детские. Вот это цельнокроенная кофта, ну как танковка, да, танковка. И у нее, смотрите, видите, то есть это одевается на шею, и она вдруг как будто превращается в такой жакет. И внутри, ну, с такого большого причем размера, это хлопок.
Платье от H&M 36 размера с поясом. Большого размера. Все мужские рубашки. Утепленный на флисе. Прополина. Zara Kids. Хлопок с начесиком. 92 сантиметра. Джессика М. М-ка. Это рубашка. Платье-рубашка. И такое хлопковое платье от H&M 42 размера. Ну, как тонкая футболка, знаете, сделана с модным, да, ну, на сегодняшний день принты модные. Хлопок. Смотрите, какое интересное боди в виде рубашки. Хотя это боди. Потом байки-китти, да, с юбкой. Хлопок. Zara. 86 сантиметров. Вот. Платье. Zero. 40 размер. Красивый материал. Сложный цвет. Геометрические пропорции. Вот смотрите. На животе у этого платья большие сборки. Но у меня напрашиваются два варианта. Может быть, это для беременных платье. А может быть, все-таки это просто скрывающее, допустим, какие-то неидеальные формы. 40-й H&M. Ну, платье красивое. 38-й H&M. Но он больше летнее. Это тоже больше летнее. Это платье-рубашка 36-го размера. Хлопок. Но оно больше летнее, чем... И так же, как вот этот вот... кардиган тонкого трикотажа с капюшоном. Кстати, он очень длинный. Это Том Тейлор, 38 размер. Платье-футляр. Эс Оливер. Орсей. Такой офисный вариант. Юбка-карандаш. И шерсть, 44 размер, платье трикотажное большого размера, вот с таким воротником, который собирается по бокам, достаточно длинная. Блузка Bon Prix из хлопка, Bonita XL. Снова эсприт, платье-футляр, трикотажное, как футболка. Так, это H&M, 34 размер. 34-й Bon Prix L. Так, здесь тоже L-ка. Детские брюки. Размер М. Тоже 44 размер юбка. Женские штаны 38 размера для активного отдыха. Зимнего. Штаны мужские, могут быть женскими, они на подкладке, как это называется, с начесом, вот, большого размера. Рубашка женская, хлопок большого размера. Здесь комма 36. Снова детские штаны на 12 лет, такого делового стиля джинсовые. Кофточка, эска или эмка,
Здесь хлопок S, хлопок M, примарк 40 размер, есть карманы. Сороковой размер, хлопок. 46-й. Зимний аксессуар, это широкий шарф. Ну, да, он широкий, реально широкий. Палантин. И он причем сложен еще в два слоя тут. Так, и высокая талия чиндем. Курточка демисезонная, женская, большого размера. Здесь у нее кнопочки, а также есть замок. Это бонита. Я так думаю, что она XL. У нее один слой синтепона и все. А, курточка демисезон, молодежная. Размер S. .44-46 хлопок. Bonprix 44, это блузка. Здесь идут колготки с эластаном. Амису размер M. Эсмара размер L. Кофточка Элька. Танковка размер S или M. Блузка женская 44 размера. Парка из искусственного дубленки размер M, женская, с таким серебристым напылением. Парка мужская XL, ой, парка, говорю, курточка мужская. Она вот просто как толстовка флисовая. Блузка, ну, хлопковая 2XL. Красивая юбка, плиссе, с запахом. H&M, размер 46, тоже не маленький. Плиссированная, перед немножко, чутка покороче, чем зад. 38 размер, Жанин. Толстовка. Синтетическая она. Эсприт, хлопок. Хлопок, L. XS. S. Детские штаны, хлопка, Лупилу 110, спортивная эска, Тайфун на замках, я думаю, что размер 30 примерно, жилет, больше на детский похож, спортивная, 40 размер, спорт. Совершенно клевое, оно новое, женское пальто модного силуэта, размер S, из искусственной дубленки. Бинотти, синтетика S, ну такая она спортивная, это H&M Sport S, Актив L. Спорт. Потом такая вот расшитая кружевная всякая с блесками эска от Esprit. Жилетка зимняя. И жилетка зимняя S из искусственного меха с капюшоном. Футболка. Я думаю, что это размер M. Хлопок здесь, толстовочка. Большого размера, хлопковая, 54 аж написано, тоже блузка. 46 размер, хлопок. Топ
Он синтетический. А, это ТСМ, 42 по размеру. И посмотрите, как этот мешок богат на принты, которые сейчас в моде. Совершенно классная юбка тигриного окраса с золотыми вставками. Промот, юбка-футляр из трикотажа. На замке. H&M L. L. Это Бенетон. S, хлопок. Джинсы мужские. 56 размер на замке. Так, замок в рабочем состоянии. 46-48. Панковка. Хлопок 2XL. L. О, смотрите, какая пижама мужская. Это она новая, штаны. Размер L. 52-й. H&M M, L, XL, 45 по вороту, 44 по вороту, 44 размер, здесь L-ка. Амису, ну, молодежный вариант блузки. Так, ангел, замок рабочий, стрейч, женский. Они укороченный вариант, и у них замки внизу. Но размер не маленький. Туника хлопковая. Больше, конечно, на лето она смотрит. Но это, я говорю, такой мешок, он переходит зима-лето. Как-то вот так получается. Эс Оливер, красивая, красивая. Вот, и, значит, что я заметила, какую тенденцию к молодежной. Во-первых, здесь много джинсы, которая не то чтобы молодежная, прямо вот детская. Детская, да. А, блузки. Блузка с запахом. Потом здесь много красивых молодежных юбок. Вот в этом мешке 2XL. Рубашек много мужских, но они все. Вот видите, опять детские джинсы подростковые. Прям богат мешок вот на... А на взрослых, а взрослых джинсов не очень много. Зато кофточек всевозможных тоже много. И отсутствуют толстовки и джемпера. Так вот, для разбавки ассортимента бренды хорошие, опять же. Вот видите, ну, эсприт, вон, все, он классный. Детские, они классные, детские. То есть надо... Вот это тоже, посмотрите, да? Совершенно клевые. Вот детские подростковые штанишки. Бенотти кофточка. Элька. 46 размер. Все это хлопок, это вот синтетика большая часть, хлопок тоже присутствует, но меньшая часть, кофточка, трикотаж. А женские ботиночки, демисезонные, а они мустанги, мустанг, 39 размер, даже представляете, здесь мустанг. Кожа, конечно, натуральная, есть хлопковая вставка. И здесь мустанг. Никто не перепутает, что это мустанг. Абсолютно. Так, кофточка хлопковая от H&M. Головной убор. С флисом внутри. Вот, как это сказать, носки только удлиненные мужские. Колготочки женские. Хлопок. С эластаном, с
спортивная вещичка от Кривит, размер L. Вот дальше, это кожаная куртка мужская, по-моему, кожа натуральная, вот, ну, 52 размера. И весь прикол в нем в том, что рукава отстегивается, и она делается жилеткой. То есть такая 52. Only 36 размер хлопок. S. Oliver, двубортная женская курточка из драпа с карманами. Без элька, без синтепона. Пальто классическое, оно просто деловое классическое пальто, все как немцы любят, буклированная ткань, букле сейчас в моде. 48 размер, танковка, штаны, высокая талия. У них силуэт такой странный, знаете, сверху как бананы, а внутри вот здесь у нас идет кома. 36 размер, с лампасами, вот просто женские вот офисные брючки с рубашечками, 36 размер. Интересная курточка, ну она как блузка, ветровка, можно так ее назвать. Классная спортивная кофта 46 размера, и цвет красивый, модель необычная, и синтетика высококачественная. Это вот для романтических особ кофта. Это мужские трусы, посчитаны как одна единица. Ну, по размеру они похожи на эльку. А вот тут еще, кстати, двое детских затесалось. Брюки женские. Гэри Вебер. По размеру. Вот не могу сказать по размеру, но вы сами видите, что они не маленькие, большие. Платье, футболка со спортивным характером и морским напылением. Потом, смотрите, вот это танковка. Танковка от Орсей, сверху которой пришит такой вот, видите, то есть она вот обыкновенная маечка, да, а у нее, кстати, вот рукава вот такие. То есть, а смотрится невероятно женственно. Угу, такая штучка. Орсей, платье-футляр в таком, в немецком стиле. Туника. Капюшона, капюшон на драпировке, миди, хлопок с эффектом помятости, большой размер, зеро, излюбленный немецкий футляр, и ветровка, женская ветровка, нет у нее синтепона, ничего у нее нет, у нее ткань жатка, инструктирована она еще и резинкой, размер у нее большой. Итак, подробности этого лота вы сможете узнать, нажав на название. Спасибо!